Студенты и магистранты Волготеха представили и защитили свои проекты в области инноваций и предпринимательства. В ВУЗе прошел демо-день акселерационной программы «Волготек 2.0». Идея проекта – прокачать навыки студентов в области создания и развития собственного стартапа, а также научить их правильно просчитывать бизнес-модели и исследовать рынок. Технологические разработки молодых людей оценила экспертная комиссия, в составе которой руководители ведущих предприятий республики и специалисты в области инвестиций. Наша же задача, как трекеров, как экспертов, это, во-первых, просто по-хорошему подсказать, на что обратить в моменты, каким образом презентовать свою идею, презентовать свой проект перед будущим покупателем, перед инвестором, перед потенциальным индустриальным партнером, для того, чтобы и студент понимал, как люди воспринимают его проект, и для того, чтобы студент, в принципе, знал, что для покупателя важны одни критерии, для инвестора другие, для производственного партнера третьи, и, соответственно, и в презентационном материале, и в своей речи студент, он просто-напросто должен поставить грамотные акценты. 20 декабря участникам программы «Волготек 2.0» вручат дипломы и сертификаты. Позже в рамках постакселерационных мероприятий определят авторов лучших проектов, с которыми продолжат работать, чтобы в дальнейшем студенты могли подавать свои идеи на конкурсы и рассчитывать на инвестиционную поддержку.